Автоматическая точилка для карандашей – мой первый подобный девайс, потому что раньше я затачивала карандаши ножом. Карандаш нужно просто вставить внутрь, дальше он как бы втягивается, и когда заточка закончена, карандаш выглядит как палец ведьмы. Разница с детской точилкой просто очевидна. Меня беспокоил вопрос, что же будет с маленьким карандашом, если он попадет полностью в точилку. Как видите, он тоже идеально заточен. 10 секунд занимает заточка одного карандаша. В следующем видео поставлю эксперимент, насколько хватит такой острой заточки.